На рынке современных мобильных телефонов пополнение. Компания Huawei презентовала новую линейку своих флагманов Huawei P20, ставших настоящей революцией в мобильной фотографии. Производитель стремительно завоевывает казахстанский рынок. В Казахстане уже представлено более 20 наименований продукции, включая смартфоны, планшеты, умные часы и фитнес-браслеты. Удивить весь мир. Компания Huawei презентовала новые смартфоны с расширенными функциями искусственного интеллекта Huawei P20 и Huawei P20 Pro. Новинки разработаны по самым последним требованиям современных технологий. Это не только тройная камера, с помощью которой получаются удивительные снимки, но и удобный дизайн с качественными революционными характеристиками. Это первая в мире тройная камера от немецкой компании Leica. Второе – это презентованный в прошлом году искусственный интеллект. И третье достоинство – это дизайн. Нередко, выбирая телефон, решающим фактором становится четкая фотография. Компания Huawei уделила особое внимание именно этому фактору. И прорыв мобильной фотографии был совершен благодаря уникальной тройной камере Leica в Huawei P20 Pro. А благодаря трехкратному оптическому и пятикратному гибридному зуму четкими остаются даже мелкие детали, сфотографированные на большом расстоянии. Действительно, это прорыв в мире фотоаппаратов. Во-первых, мы используем линзы от компании Leica. Известный всем немецкий бренд, который профессионально занимается именно оптикой. Да? Второй момент. Мы впервые в истории смартфона используем тройную основную камеру, опять же, с линзами Leica. И еще один момент – это искусственный интеллект. У нового флагмана Huawei P20 Pro огромное количество преимуществ, но есть очень интересная деталь. Это замедленная съемка на 960 кадров в секунду. Искусственный интеллект здесь не только помогает создавать фотошедевры, улучшая, например, структуру кожи и цвет лица, когда вы делаете селфи, но и разумно распределяет заряд аккумулятора смартфона, сохраняя его ресурсы максимально продолжительное время. Кроме этого, новые флагманы Huawei P20 способны работать в режиме персональный компьютер, а Pro-версия даже погружаться в чистую статичную воду глубиной до 1 метра. Но особое внимание стоит уделить режиму ночной съемки. Посмотрите, какие четкие и насыщенные цвета. Наталья Райм, Даниил Жусупов, Информбюро, Алматы.